Чем? Долбануться. Грибочек. Жизнь бывает, оговорка. Да. Да это серьезно оговорка была. Так скажи, что жена так твоя скажешь, кончила. Оговорку. Я хотел сказать трейлер хочу, а сказал кончину. Да, все, пошли оправдания тут. Ну я рили хотел сказать, рили хочу. Хочу. Рили хочу. Чё? Рили хочу? Рили хочу. Рили хочу. Рили хочу. Обкурили хочу. Обкурили гончиту. Ты хочешь ее опять? Трошу! У тебя, кстати, это... Я это... Губаля в друзья добавляю, нажимаю кнопку добавить в друзья и видео Брейна. Аккуратненько, аккуратненько. И чё? И? Лера помочь просит. Чем же ей помочь? Дай ей в тефе. Дай твою-то маму. Интересно, за что? Чешется. За сколько Слава честь собрал сыпь? Что-то яйца чешется. Я не помню. Не за Макс? Нет, точно нет. Кого? Сыкс? Да. Я его почти за Макс отдал Андрею. Андрею сделал на нем нормальный бодик. И что сделал с ним? Скайф. Давай, честь. Слышь? А этот... Яна, нафига ты пасу все свои машины? Не классные продал. Чё? Нафига ты пасу все свои машины клёвые продал? В смысле, все у него только одна моя? Самая клёвая. Которую тебя даже за Макс хотели купить. Но не купили же. Ты не выставлял. Вообще-то выставлял. Бегит ты вот пишет, она... что я Феррари выиграл в чемпионате, а я не знал. Рели мафака, трошно, сейчас пойдем Артандес. А, мне пахер. Я посмотрю, может правда на мне стоит, а я и не знал. А, нету. Хочу дастап чистить версии игли. Ваня. Не Ваня. Ванька, а тест-версию открывают временно? Или же она всегда открыта для тех, кому она доступ? Она всегда открыта, если ты один-единственный имеешь доступ к своей странице. А у меня к странице имеет доступ нынче 3 человека. А, это... Ты? Этот... Драконов? Моей странице никто не имеет доступ, но почему я не могу зайти... Чё? Вот к моей странице никто не... Что за приложение? Ты это сказал, мудак? Ты, брат, язык там издаешь? Это не я! Это кот. Нет, это не я! Да ладно. Это не я! Почему-то твоя иконка загорается. Я не знаю, я все записываю. Палит! Не, я про кончу-то не записал. Надо сказать, чтобы записалось. Читы хочу. Папа, это фотку его кончиты, блин. Потеребить штали. Сейчас кончиты, давай. Потеребить штали. На фотку Саши Грей. О, какие попки! У задротки. Спорим, первая кончита. Павилев. Кого? Кончиту. Я тебя скинул в ЛС. Time to fap. У меня есть эта фотка с Павилевым. Трашкин. Вот ты, конечно, сказанул вообще. Трашкин, ты где? У чувака такая фаза. Паша, он тут. Кто? Паша. Какой? Паша. Пашка, какашка. Какой Пашка? Который Бочкарёв, он тут. Это кто? Павел Бочкарёв. У которого кто? Волга на Аве. Трошит, погнали. Это кто? Да блин.
Трошишь голову Вартанга? Ян, я тебе сейчас кину. Заебал. Бочкарёв, напиши что-нибудь в чат, если ты сейчас слышишь, что тут творилось. О, Бочка, ты что за звук такой был? Кто-то чихнул. Внимание, внимание, работает снайпер, блин. Ей, бочка, 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 бочка. О, снял его наконец. Сейчас попробую с приемным скайпом прийти к камеру, поехать 8-й трек. Лёха, харе там дристать, блин. Паша, ты, а ты слышал про гончиту, да? А я половину только слышал, как, и как ты устыкался, тут сидел. Да, я тебя не слышал. Мы такие чита, а читов говорим, я такой, читы хочу, и гончиту хочу. Всё, он заболел. Ну добавляйте бочковела в купе. Вот он. Добавляйте. На, блин. Раз. Лёха. Два. Да ты офигел. Четыре. Пять. Лол. Да захожу, я захожу. Всем привет, с вами Лёша Второй, который сейчас ссится. Тихо, тихо. Ой, я так понял, тут еще его от строгих, да? Лёха, ты запарил ржать. Бочка! Все, блин, малолетний, харе ржать, блин. На тебе в чердак. О. Трошу, ты тут? Да. Что происходит? Что прёт? Меня прёт, меня прёт! Иди ромашки, нюхни! Ваня, ты врубил бандикам, нет? А я его выключал. А, то есть ты записываешь, да? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Записывай давай! Ах ты осёл! Не хочу. Я! Только я не помню, как у меня там на настройках стоит. Либо на динамик записывают, либо на микрофон. Микрофон. А, слушай, Ваня, Ваня, да заткнись, это, короче, молчу, молчу. У тебя же нет? Есть новая версия Бандикама? Нет. Нет? Нет. Я и пользоваться не умею, может, ты бы подсказал. Давай я тебе, скинь мне эту версию, я тебе покажу, как пользоваться. Скинь мне тоже версию, я посмотрю, что за прикол-то. Ваня начал снимать Бандикама. Так зайди на официальный сайт, там она обновленная. Ее скачай, да и все. Слушай, Лёш, сколько тебе лет? Мне 13. Да, мне 13. Судя сейчас, ему второгодик. Рад, что научился говорить. Не, в натуре ничего. Блин, чувак, я согласился на 20 тысяч ехать. Ваня, блин, Гарипов меня просто упорол в говно. Догадайся, Ян. Причину назови этому. Можешь научу дикам пользоваться? Давай. Да. Вот ты когда открываешь, у тебя что вылазит? Окно большое. И там написано, ну, не то, которое в старой версии маленькое, компактное такое. Тут большое. И он его там как-то красивее выглядит. Ну, ты знаешь, как снимать? Да, я не знаю, как снимать с музыкой. Чувак, вообще, прикинь, прикольно. В смысле, как с музыкой? Он у тебя это, с микрофоном записывает, что ли? Он у меня раньше с микрофона записывал, потом я микрофон включил. Он перестал с него записывать. А, вот хочу с музыкой записать той, которая играет ВКонтакте. Нет, Саня, год тут останемся. Блин, короче. Сейчас, погоди, я у себя бандикам включу, скажу, куда сейчас тебе заходить. Окей. Гол, тут останемся, тут весело. Лёх, гол в личку. Да год тут посидим, тут весело, они говно. Я опыт сейчас прикольный. Я говорю, я говорю! Харе, блин, орать! Слышь, Лёх, по себе людей не судят, да? Да, не судят, не судят. А по Лёхе судят. Я жирный! Короче, Янчик. Сейчас. Секунду. Короче. Ну, у меня... Сделай динамики погромче. У меня, знаешь, Ян? А у нас наушники есть! То есть сразу с музыкой. А? Наушники? Ну, имею в виду, которые колонки записывают.
Короче, заходишь, ну, вот у тебя вылезла эта бандикам. Короче,